Тимас, меня зовут Андрей, ты у нас канал АС. Тама самая. Давайте среднюю, не будем мы осложнять ничего. Шестая часть. Шестая. Какие записи сверху справа исчезли. Яра, это остров сердца Карибского моря. Революция, 67-й год. Что страшно? Остров на 47-й, застывший во времени, погряз в нищете. Но однажды власти пришел новый лидер, который знал, как выдрать рай и ел присад Яры. Антон Кастильо. Мои яранцы, знайте, мое оружие — правда. Страна слишком долго томилась в руках политиков. Но вы выбрали будущее, лекарство, дорогу к раю. Вивиро, наши ученые создали наиболее эффективное в мире средство от рака. Табак для него мы выращиваем на чистейших удобрениях. Вивиро. Чудо, которое вернет нам рай. Но за рай приходится платить. Нашим врагам этого никогда не понять. Я обязан делать не то, что легко, а то, что правильно. Поэтому я принял решение, что нужно продлить райский призыв. Яранцы со всего острова будут отобраны, чтобы выращивать Вивиро и спасти нашу страну. Этих счастливчиков выберут с помощью жеребьевки. Одним из них может стать даже мой сын Диего. Эй, Дани. Как истинный яранец, выруби эту хрень. С улыбкой. Precisamente. Этого Кастильо и надо. Хватит политики, Лита. Думаешь, призыв только для истинных яранцев? Он для изгоев, бедняков, сирот вроде нас. Кастильо воскресил в стране рабство. Теперь это реальность. Стоп, стоп. Ты нас бросила. Сбежала в джунгли к этим повстанцам. В Либертад. Вернулась за свежим мясом для священной войны Клары Гарсии. Это же наша последняя встреча. Дани, скажи уже что-нибудь. Персонажа. Кто-нибудь дома. Имя написали не так. Дани, ты нужна, Либертад. Ты училась. Тебе светила карьера в армии. Жаль, что ты бестолочь. Давай с нами, Лита. А, ты никогда не слушаешь, Дани. Эй, пора валить. Корабль ждет. Выпьем в Мексике. А потом в Майами. А, конью. Свет рубануло. Нет, все серьезнее. Это что, блин, ствол? Эй, не в курсе, что происходит? Это свет так валит. Нихера себе! Уходим. Все вместе. Олеха, нет! Бежать надо. Олеха, ложись! В жопу, Кастильо! Олеху! Ну, сам же видел. Дани, уходим. Быстро! К лодке! Вместе! Обещай мне, Лита! Си. Да. Идем, Дани. Си, да. Что ты видел такое? Бежать. Кошелить. Это
пригнись. Да, не рохот. Черт. Возьми оружие, не подайте в глаза. Я ж говорю, там никого нет. Надо было явиться на сбор, Рохот. Кто нам следующий откроет, тот и Дани Рохот. Пойдем. А, убивать надо. ФНД, выходите! Т. Уберите, уберите из задания. Мы ищем Дани Рохот! Открывайте, или мы выбьем дверь! Ну, сначала у всех... Сюда. У всех фаркает одинаково. Ладно, ладно. Я не сопротивляюсь, видите? Как будто близко, а? Вторая игра такая. Не стреляйте! Не надо! Давай двигать отсюда! Ну, кричи побольше. Вроде тебя еще не услышал. Я хотел бы понять Джесс Каус. Нам нужно пересечь площадь. Они нас увидят. Не увидят. Поверь. Тут дофига солдат лита. Значит, в канализацию. Канализация? Сейчас бы вырвусь. Хорошо. Готовься. Вперед! Давай внутрь! Куда ты меня ведешь? Куда? Это ход повстанцев революции 67-го. Узнаешь метки? Да, с детства помню. Здесь он помнит. Равляюсь Шан. Пока нравится мне Far Cry. Мне все Far Cry все нравятся. Нет, прошу! Капец, вот это жесть. Это отсылка к третьему Far Cry. Город в оцеплении. Надеюсь, я не забуду. Сделать. Идем. Я что-нибудь попадал? Радость у меня скорее не имеет. Что за хрень? Где? Столько крови. Кастилью никого не щадит, Дани. Смотри, достреливают. Ну а что он всех убивает? Мы, наверное, узнаем все. Вам скажу все. Почти пришли. Так почему у меня... Впереди выход наружу. Хорошо. У меня только кадров не хватало. Корабль нас ждать не станет. Идем. Черт, тупик. Это, конечно, я вижу. Вообще-то наверх вон лестница есть. Тупик. Видимо, я зеркал хотим заметить. Вставай, Лита. Да, не тупи. Вставай с дома. Ну да, ну да. Хорошо. Лита, трос. Ешь, нет. В лагере для новобранцев. Если вас не призвали, оставайтесь. Какой ты долго, ё-моё. Смотри, давай. Смотри. Да, ты в порядке? Да. А, ко мне в квартиру вломилась террористка. Простите, уже ухожу. Вот стрелочка такая. Хорошая стрелочка. Не всех одинаково. Где же ты? Крыска. Перебейте, покрошим на другую сторону. Чихонечко. Дани, я здесь.
Ру. Еще один. Построиться вдоль той стены для обработки. Блин. Идешь, нет? Долго излетишь. Ой, тут слишком высоко уж. Прыгать не буду. Куда смотрит полиция? Им плевать, что военные нас убивают. Ла ночь де ла Муэрте. Ночь смерти. На, ну, какая мне глупая. Корабль там. Бежим. Черт. Не надо бежать. Не, не надо. Корабль вам не поможет. Давай, Лид. Мы почти на месте. Не поможет. Взорвут. Пожалуйста, нам нужно уплыть. Абуэла, ну зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти нас. Ой, да. Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани. Где Олехо? Он отказался от билета. Отдал семье. Брехня. Олехо сирота. Олехо уже никуда не поплывет. Ну же, Марко, пропусти их. Vamos. Молодец. Проходите. Эй, какого черта? Пустите нас! Сан-Джудас. Я думал, Сан-Диего. Спасибо. Грасиас. Да не за что, Чамако. Вот. Дружок. Все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани. Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Олехо сделал тебе подарок, Лита. Мы выживем. Как в приюте, как в академии. Что это? А вы что хотели? Нет, это рыбацкая шина. Нет, нет, нет. По-другому. Просто захватили. Что даже не испуганы. До того, как стать эль-президенте, ми-папа рыбачил. На суденышке, типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом... отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюхо, Михо. Наша цель испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Да, гордость не позволяла ему отпустить их. Больной тирану! Ты отравил Яру и ум своего сына! Я поймал очень большую рыбу сегодня. Правда, Диего? Диего! Охренеть. Я поймал тебя, Михо. Пора возвращаться домой. Я устал от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают Вивира. Правда? Или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Наш. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего 13. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим. Ну, протест в местной. Что вообще произошло? Хана. Vamos, vamos! Дай! Ah!
почти взорвался. Нашла-то ловушка. Слушать надо, слушать. Ты, кстати, шестой фархай вообще не видел. Это я еще сам когда-то играл. Ну там чуть-чуть играл, только сначала видел. А за шестой вообще не знаю, что. Видел, конечно, у кого-то там уходило. Лита, я ног не чувствую. Чёрт, тебе их нет. Это моя вина. Мобильник. Да забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба, мать ее. Что? Они здесь. Клара, Либертад, Хулио. Черт, Хулио. Все тут. Возьми мой мобильник. Следуй за знаками, как в детстве. Хватит. Лита, я приведу помощь. Нет. Вот, отдай Кларе. Она поможет. Пойми, наконец. Тебе всегда везет, Даня. И сейчас повезло. Так спокойно. Сейчас повезло. Всем. Спасибо. Что я могу здесь отсюда Far Cry взять? Спасибо. Остров Санторио. Где у нас подружка? Сколько же трупов. Конью. Поищу припас. Нужно найти на пляже припас. Какой хороший пляж, а? Сам подсказал. Хочу здесь. О. Я не возле трупов. Конечно, она. Черт, в обойме пусто. Нужно найти лагерь. О, фото. Коньо. Как он до сих пор работает? Наверное, знаки — это код, о котором говорила Лита. За что? Бункер. Куда? А, вдоль. Синяя нет, повязка. Либертад. Либертад, хиротад. Лосьенто. Наверное, родные никогда не узнают, что с тобой случилось. Черт, кто стреляет? Лучше не шуметь. Прошли они все-таки первого парка. Тоже там джунгли. Первый, второй. Конья, патруль. Я так и узнала, что ты помогаешь, Либертад. По запаху. И грохнула тебя. Теперь я сообщу об этом своим. А ты? Тебя медленно по кусочку сожрут птицы и краб. Ну да. Клару разыскиваю не только я. Никто не слышал ничего. Что это? Может пригодиться. Штаны с боеприпасами. Живой? Не. Поиздеваюсь на славу. А слава недоволен. Пойдем в другое направление. Может сделать по пути отмечено синим на карте фото. Ты чё? Тут нет такого, конечно.
как метрошки. Секретики, не секретики. К сожалению, не могу поставить тут. Не, вряд ли мне туда. Понятно. Ой, слабенький, по-моему, слабенький. Находится на ультрах. Пока что есть. Пока записываю его. Очень слабенький. Ну, слава богу, здесь хорошая оптимизация. Добраться до Либертат, украсть лодку, свалить нахер из Яры. О, черт! Че? Ты откуда убил? А, пока идем по прямой. По прямой идем. Вот черт говорит. Повстанцам нелегко живется. Сбрось. Давненько я не пользовалась кошкой. Да не, я недавно. Клара не любит гостей. Ты же не выстрелишь мне в затылок. Я Дани. Мы слитые друзья. Силенсио. Заткнись. Выжила только ты? Пуаро Гарсия. Отвечай. Отвечай. Выжила только ты одна? Си. Повезло. Лита знала, на что шла. Это все, что ты скажешь? Ты здесь. Это главное. Нет, погоди, Эрмана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моем лагере. Я пережду здесь пару дней. Либертат не приют, Эрмана. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Кумы мьярда. Ты ведь сирота, Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани, твои родители мертвы из-за Кастильо. А ты даже почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цели. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастильо. Все просто. Ну да. У Кастильо всего 300 тысяч солдат. У тебя 6 потрепанных вояк и еще пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Что это? Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать плантацию Вивира, украсть топливо и домой. Но солдат Кастильо предупредили. Из 60 бойцов осталось 6. Вам нужно вернуться на базу. Да, но нам не прорваться через блокаду. У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы. И мы не уйдем, пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы и знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видела. Они появились в 67-м благодаря легендам и опутывают всю Яру, словно паутина. Теперь их используем. Они помогают нам устраивать засады на Сольдарис и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населенные пункты и достопримечательности Яры. Ты разберешься.
Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи. Ты же знаешь, я не повстанец. А Лити сказала тоже? Я выделю тебе еду, койку и даже лодку, поплывешь к своим янке. Но взамен придется стрелять и лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся и скажи, как будешь готова платить. А сказал, лодок нет? Или ты послушал? Поснял лодку. Готово? Давай, а? Найдем Хуану. Дани, тебе нужно сгонять в деревню. Отмечает на карте, и этот тут отмечает пасхалку. Ну. Есть разговор. Давай. Мы с Хуаном Кортесом привели... Конечно, слежусь. Сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он трезв. Без Хуана нам крышка. Верни его домой. На, сестра. Пусть Хуан и не уравновешенный алкаш, без него нам не справиться. Он сейчас в рубанском деревне. Дани, убеди Хуана вновь помочь революции. Революшн, да? Помочь. Попрыгать умеешь? Попрыгать умеешь. Финал. Спасибо. Да, убери пока. Рыцарь может, отлично. Журнал. Давай свой журнал. Хуана. Слеживать. Профессионал. Так. Это нашел я. Так что. Ой, прокачивать тут надо. Ты не скорим же. Че, не только эта оружка? Бумага. Дани, как связь? Ты меня слышишь? Прием? Нет, алло, кто это? Слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в кобуре. Особенно, когда вокруг Сальдадос. Си, я учту. Иногда лучше не лезть в драку. Суэрте. Брось оружие. Берите, чтобы не привлекать к себе внимание. Для этого используйте Кью. Если вы подаете к слову слишком близко, то все равно вызовет подозрение. Быстро вытащить оружие можно с помощью выстрела. А, может так выбрать? Да, чё вы мне? Чат? За мной, сюда! Lo siento! А чё, на рэта не подсказывает, что ли? Фар сказал, что он, скорее всего, подает в баре. В Армонии. Что ты стреляешься? Бежит. Если повстанцы решат проблему с Кастилией, я не против. Даже так? В зоне поиска. Барри сказали. Похоже, это Хуан. А нет, я подпинаю.
припоминанию. Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии, Кирате, Чечне. Джон Кортес. Оставь бутылку, зачем бегать? Да надо. Не благодари. Да, гуапо. Правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар. С уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, гуапо? Гуапо. Тут тебе не зоопарк, Буэлла. Клара меня прислала. Си. Я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно. А потом поймешь, что подсела, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Конью! Фала, пинга! Охренеть! Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. Что за хрень? Си, ты явно нравишься гуапо. А я испортил хорошую книгу. Буэно ми сосиос, вамонос. Кажется, мы здесь как-то загостились. Ой. Другого качественного оружия. Другой звуки здесь. Вижу грузовик. Я вижу недорожник. Нет, это фигня какая-то получается. И все. Ну, начал так, помню. Ладно, давай-ка валяй. Казалось, вся эта их странная армия. Я пьян, но не до такой степени. Принести. Я за тобой, старик. Ну что? Давай пропаднемся. Здравствуйте. Гуапо хочет с тобой подружиться, или ему просто нужно погадить? Есть лишь один способ выяснить. Ну? Боже, амиго, твоя амиго. Ладно, надо сваливать отсюда. Амиго, компаньон. У меня там был Йоси. Вот это вот самое лучшее. Целеуказание. А пока ничего не имеет, да? Подробности. Пока ничего не имеет. Ну ладно. Потом сумеет. Видно, что не впервые пушку держишь. Как тебя зовут? Дани. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, в ЦРУ. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порнозвезду. Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтра. Так, подожди. Новый план, Дани. Вамос. По плану мы должны были вернуться в лагерь Клары. Так куда мы идем? ТПН. Видишь дым? Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами в Яре. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровала? Порох и клей Супремо. Это как Сервеса и что-нибудь покрепче. Настройки.
звук. Громкость радио диалогов. Хорошо, что диалогов. Радио поменьше. Музыки поменьше. Так, наверное, звуковых эффектов поменьше. Также. О, диалоги должны быть выше всего. Динамический диапазон звука. Ночь. Вы знаете, как сильно звуки могут различаться по громкости. Вариант полный соответствует наибольшему возможности различного, а вариант ночь наименьшему. Средний. Субтитры все нормально. Язык нормально. Связь нормально. Эдам, я тебя научу делать всякие штуки для оружия, потому что это круто. И по правилу 9 используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть Гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. Хотя бы ты со мной, Гуапо. С оружием я или нет, военные меня пристрелят. Что-то они двигаются, как будто Far Cry 2. Даже не 3, в 3 получше они двигаются. Это пригодится. Я сейчас вот. Да, так-то лучше. Спасибо. Поздно. Еще не поздно. Народ ярый. Сообщение от Эльфа. Ну что, они могут кинуть, что? Э? Одна винтовка. Одна винтовка. Ну прыгни, ладно. Возьмите. Короче. И все. Позбей припас. И что ты будешь с этим делать, Хуан? А, еще? Еще хлам для Хуана? Я нашла твой хлам, Хуан. Отлично, Дани. А теперь шевелись. Нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую. Если кто-то в семье собьется с пути, долг остальных исправит. В пути. Пятый фархай. Ладно, этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило 8. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пыталась уплыть с беженцами, но без толку. Да-да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жила в приюте в Эсперансе. Потом служила в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило 20. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Можно уплыть в Америку. Ну да.
Думаешь, в Америке нужны яранцы? Американская мечта лишь для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет, Гуапа не любит слабаков. Коньо, если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуапа ходит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапа можно доверить жизнь. Да, пока что точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили, а починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает, но это временно. Потерпи, Дани. Сейчас Хуан Кортес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и девятое правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так... Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить Хефа. Кто она? Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом. Теперь она изгой, рабыня на службе его рая. И таких много, Дани. Я пытался рассолить жить любой ценой. Мы должны снять хаос с любыми средствами. Ресольвер. Ресольвить? Что такое ресольвить? Пора научить тебя ресольвить, Дани. В 6 лет я поставила на велик мотор от цепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то ресольвить. А я не о том. Придумывать что-то. Для повстанца ресольвить — это не просто выживать. Мы должны сеять хаос. Любыми средствами. Продолжай. Верстак, лучшее оружие повстанца. Давай займемся оружием. Без обид, но твоя винтовка слишком простая. Правило 9. Используй подходящие средства. Иногда по ночам я спрашиваю себя. Хуан, как можно убивать людей быстрее? Ответ. Отлично, Дани. Теперь враги будут лопаться, как спелый арбуз. Так, давай другое оружие. Скажем, твоя цель не забыла надеть шлем и жилет. Тебе понадобятся бронебойные патроны. Пули летят прямо и пробивают кевлар, как нехер делать. Класс! Это твой запас высокоскоростных военных преступлений. Покажи модификации. Сделаем тебе первый глушитель. Теперь бабах! Будет тише. Но и дистанция меньше. Видишь, как просто? Теперь ты сможешь тихонько стрелять в башку, как настоящая засранка. Верстак твой друг, Дани. Друг с привилегиями. Давай, Дани, осваивайся. Черт. Ничего. Процесс прям вставляет. На этом верстаке ты создашь новую Яру. Ты что за череп? Огненный жреч. Ресольверское оружие из Бортили. Создавайте и улучшайте ресольверское оружие. Верстаки используйте компонент. Компонент может получить, похищая груз военных. Охотитесь, чтобы обменить добычу на компонент. Дани, чего? Хочешь украсть нечто невероятно опасное? Ну давай. Дани, не труднее, чем выкурить сигару в воскресенье. И опять просто сделал вперед, да? Вынужден отметить, что ты еще здесь. То первое задание, Дани, радуйся и постарайся погибнуть. Мне тут кое-что... Мне тут нужно кое-что украсть. Встретись с моим контактом, который тебе расскажет, куда идти и что делать. Вопрос есть? Нет? Ну и хорошо. Хуана. Иди ты знаешь, куда Хуана? Шкотка. Ну ладно, выступление. Идем. Ну, глушитель. Тут ничего нет.
Лошадка! 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 Лошадка, подожди! Лошадка! 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 Вперед! Черт, не ездила на лошади с курса молодого бойца. Нифига себе! На тебе! Сама виноват. По дороге тоже. Потому что ты по дороге. О, как хорошо здесь вообще. Побергись! Я снова на коне. Дурак, что ли? На лошадке. Зачем ты поворачиваешься? Тут что-то. Песи. Лирев. Все пугаете. Что за звук такие? Что есть? Может, сломать надо или что? В запретной зоне. А мне ничего пока нет. Не гранат. Ничего нет. Ну да. Я пока никогда. Там запретная зона, да? Понял, да? Что это запретная зона? Тут, ну, потом узнаем, как тут кататься на тачках. А есть лошадка. Пошла. Погнали. Ну, все хорошо. Но! Дани, пара слов о тирании. Из-за КПП народ не может спокойно ездить по Яре. Попробуй, сразу порвешь шины о шипы. Ну, если у тебя не лошадь. Си, в эсперанце я на это насмотрелась. Зачищай КПП, уничтожай билборды. И Либертад восстанет из пепла. Выстрегайте дорожный шпо. Проехав через КПП, на большой скорости вы рискуете проколоть шины. Чтобы захватить КПП, избавиться от солдат и уничтожить билборды. Венди. После захвата КПП вам станет доступен транспорт и разведчик по солнцу. Хорошо. Так, КПП. Надо аккуратно. Negativo, no hay nada que reportar. Плохо включаешь. Бери! Не мог пока бежишь, да? Ага, бежишь.
Вы можете. Там пес. Ты чё, пес? Живой. Так, как уничтожать все это? А ключ у меня есть. Так. Тут он потруднее, чем где-то паркает. Что делать-то? Яростное производство. И чё? Производство не запретно. Видел, кто надо? Просто покатан был? На самом деле, сколько? Нифига себе, сколько времени пришло, кажется. Кто смог подшать? Сюда, дружище. Хуан, я зачистила КПП. Приятно было, нет? И ты заслужила признание повстанцев. Так держать, Дани. Что ты хочешь? Есть для меня что-нибудь? Хочешь нанести армии удар побольнее? На Сантуарио есть зенитка. Уничтожь ее. Спасибо. И все? Но! Так, хорошая, ну... лошадка. Потише! Жестко, просто хороший. Поехали. Ну ладно. В следующей серии узнаем. Кто там за... Как ездит на машине здесь. Хуан, я нашла башню. Теперь ищи ход повстанцев, он приведет к моему связному. Си, выдвигаюсь. Ну, куда? Зачем? Отсидки. Ступни. Все, напихали здесь. Лошадка второго. Дикая лошадка. Дикая? Че, куда дальше? Куда эти лошадки делаете? Давай, че ты прям? Нас все знает. Да, жди беды. Чего? Меня зовут Райса, и сегодня я помогу тебе обокрасть Кастильо. Расскажи, что именно я буду красть. Обеднённый уран. Прости, мне показалось, ты сказала уран. Не показалось. Слушай, чтобы найти эту хрень для Хуана, я пожертвовала последними связями в армии. Ты служила? А кто не служил? Ладно, скажи мне, где искать. Сперва возьми парашют. Уж поверь, пригодится. Я отведу тебя в старый испанский форт. Там хранят то, что тебе нужно. Давай с этим мы займемся в следующей серии стоять. Сохранение есть? А, наверное, автоматически здесь. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Ну и всем пока-пока.